Я бы сходил. Ты кто? Крепость. Ну, если кто-то заслакает на боссе, кикну, тебя возьму, пока жди. Ты как? Там спрашивают про... Ты в чат ответишь, Тишо, блядь? ПБшную... Кому? Ну, Вары спрашивают, троллится за стрёмную чешую, или Анрол? Блять. Ну вот пара. Они сами ли? А я уже. Плюс они меня. Я рот ваш ебал, додики. Ты на ДК же, да? Рот закрой. Ебаная. Да я твой рот ебал, ты долбоёб. Свободен. Надо запомнить этого парня. Как плохо вообще? Нахуй надо запоминать. Если ты на ДК, я тебя написал. Так, крепость, да? Да. Бля, еще слушать, блядь. Ту хуйню. А чё он роллом идёт, чешка? Пока что плащ. Ты держи в курсе, если что-то меняется. Да, пока ничего не меняется. Единственное, что может поменяться, если кто-то захочет купить чешку. Так как она стоит дороже плаща, сразу мне напишите, если кому-то надо. Какая цена? Имеется в виду срочно. 30-35. Вот все думаю, а что они не так сделали тогда, что их тикали, что они интересовались? Да блять, за базар нахуй. Ну да, они стали с матами это выяснять. Так, тему на форуме не скажите за оскорбление родных, куда скидывать. Дайте ссылку желательного фудюк. Пикните на суд. Тема на форуме, в которой оскорбляют родных? Нет, где жалобу на оскорбление родных. А, жалоба, я понял. Это, наверное, жалоба на игроков. Ну, скиньте ссылку на эту хуйню. А это специальное место, где можно плевать всех. А хорошая, да, хорошая тема на форуме. Заходишь и читаешь. Чисто душу отвести. А чё там? Ну ты придумал новую фишку. Сделать тему на форуме, где можно оскорблять родных. А, не, я не так сказал. Ну и пусть дадут, нахуй это я, блядь, буду читать, нахуй. Давай я сам найду. Дайте близко бабки. Так, где вы говорите? Поддержка пользователей или что? Какое? Какой раздел? Жалоба на игрок. Бля, сейчас. А где оно находится? Поддержка пользователей. Поддержка жалобы на игроков нашел. Так, как там скрин вкидываешь, да? Создать тему. Интересно, насколько бан дают за такую хуйню? Поставьте шкаф, пожалуйста. Да дают ли его вообще? Да дают? Там, по-моему, 2 месяца, что ли. Условно. Ну, да. Там чем больше каф кинул, тем меньше дают. Конфискация. Ну, там разбан за 5 тысяч предлагают просто. Сразу. Заодно сейчас. 5 тысяч кому? А, бонусы покупаешь, короче говоря, на 5 тысяч рублей. И даришь тому, кого оскорбил.
Не-не-не, почему? Ставьте шкаф, пожалуйста. Кстати, было бы прикольно. Просто у меня знакомый так доигрался. Он потом, говорит, рассказывал, что и как. Бонусов на 5000 рублей покупаешь, тебе разбан дают. Бонусы не списываются? Списываются. Так, как мне загрузить-то эту хуйню? Ну-ка, подсоветуйте мне. На стол, блядь, уже сохранил. Прикрепить файл. В создании темы. Так, прикрепить файл. Где же это? Наверху где-то? Внизу, по-моему. Изображение. Так, где же это, сука? Сейчас, блядь. Ставить, блядь, размытый текст, пользуется статус медиа, блядь. А, вот, заебись. Сейчас. Будь не загрузил. Тох, ты кому орехи бросаешь? Крепости войду. Или втором? Войду. Окей. Войд танк или не танк? Да, сейчас я подойду. Короче, какой-то? Создал тему. Ну-ка, проверьте, как она выглядит со стороны. Так, вот кинул ссылку на тему. Пускай висит. Стал вроде нормально. Приветствую, меры приняты. Тебе уже ответил. Да, нихуя себе. Как так быстро-то? А где ссылка-то? А вон во флудилке, наверное, закрыто. Закрыто для дальнейших ответов. Все, вообще красавчики. А какие меры можно узнать? Тебе понравится. Да уж. Ладно, закроем. Так, с гильдии желающие есть там? Сейчас спрошу там в чате. Просто не понимаете, это ребятки, два слота в РС-ку желающие любыми твинками. Которые не знают, вот им никто не курсанул, заходит чувак в рейс. В смысле, а кто не знает? Те, кто хочет себе забрать на ВП, они вообще-то заходят и спрашивают, я хочу вот это вот на ПВП, ему отвечают за полное ГП. Кто-то поможет решить там. Чисто подамажить два слота. Танки а Драгон хотел-то не на ПВП, а на танка, блядь, трэш это чистит. Зачем ему на ПВП, он, блядь, на ПВП не играет. А там у тебя будет Unroll есть? Да, плащик там забирает, хочет прист. Че, пойдет кто? Два слота чисто пошли. Ну ладно. Короче, наказание. Короче, это мут от 30 до 500 минут на усмотрение гейммастера выписывается за рецидив срок удваивал. Ну пускай, будете посидеть. А что, поменяли, да, сейчас? Раньше банили за это. Ну, походу, сильно жестко, типа. А с другой стороны, как с дураками бороться, блин? Видишь, говорит же, на усмотрение. На денек бан неплохая тема была бы. Да чё там день? Неделю будешь. Я просто вижу, если человек общается не очень, что-то там пишет, там... Вопросов слишком много задает. Ты вот такую фигню просто, ну, не хочу с такими вред идти. Скай идут свой собирают. Тыкните, пожалуйста. Да не, ну вопрос это нормально, но вот это мурчание какое-то бесполезное, понимаешь? Дискорд для того, чтобы я говорил, что делать. Кто танчит, кто куда выходит, кто заходит, кто диспелит. Я видел, он в рейд-чат писал, да хрена. А, не слушай. Можешь пока выключить микрофон. На Халионе можешь включить. Тыкните, пожалуйста, карьер. Тыкнул. А, там пока что-то ребята смогут. Два человека вроде.
А там под деревом сдавали эти квесты. Сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Ну, исчез шкаф. Просто последний сумон. Все, пошли херачить. Ничего страшного, разлагаем. Ой. Маги, дайте, пожалуйста, стол после боя. Так, что у тебя там за ДКшек надо смотреть? Ты уже ходил куда-то, да? А, это Шторм ходил. Не, ну ты нужен в рейдах. Сейчас шмот гляну. Ты талант-то вчера смотрел? Я, по-моему, Шторма смотрел. Нет, у меня был. Ну, может, не помню. Ну, в Т4 камешки надо менять. Мастерство ты знаешь? У меня мастерство, потому что у меня нет 27. А ты забей на эту хуйню, это тебе вообще ни на что не повлияет. У тебя основное агро от руника. Руник не парируется, не уклоняется, блядь. Он всегда попадает. Тебе вообще похуй на эту хуйню. Ты сейчас серьезно говоришь? Да. Я на ДК с этим мастерством все мозги уже выжарил. Не парься вообще. Блин. Вот я. Так я, ну я тоже не парю. Я знаю, что 27 надо набрать хотя бы. Вообще 26. Ну, 27 запас. Вот тут еще мобы, вот. 26 достаточно, чтобы в спину просто бить и все. Без парирования. В смысле в спину без парирования? В спину не может быть парирования. Ну да, для заколонения. А для спины достаточно 20%, если чисто босс в спину. Ну, у меня 12% сейчас. Войт, чё по чешке? Решили, нет? Чешка, плащ, чё анрол? Угу. Да, конечно. Ты
Поехал. На тебе. Давай. Я уже дал. Но я знаю тактику. Да я знаю тоже. Тут вопрос в том, что меня откинуло далеко. Звездочет, отойди туда чуть-чуть. Да, есть. А я вот обычно, когда танчу во второй роли, я под босса кидаю лужу. Это правильно? Чтобы словить. Произошли страшные события. Дайте ребаф. Да, я наоборот держу его лицом туда в центр, а весь рейд стоит в озере. Да, да, да. Как это? Да. Да. Я да. Сорян, я не случайно. Да, мама подошла, отвлекла.
Да-да-да, за... Да, там стаки эти накинул. Понял. Да я, в общем, за лень в это, в древнее зашел и меня убило так. Ждите отрегениться, дайте ману. Бля, как интересно. Да я все это тем, да. С РБК перед ластом, да? Это просто слабаки попались. Пиздец. Блядь, ну целых 5 ОД. Куда она? Я умею Что, у меня спектр, что ли? Крепости. Вот, потанч не дает, ладно. Кто в свету танчит? А хилит кто там? Господи, я рыбу поставил. Сараю, куда хилит? Понял.
соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Как тебе его повернуть? Злой, вторая группа света или тьма? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Нага на коне, это, конечно, тут. Тоже в рейде. Что-то нас не сбрело. Да-да. Метеор побежали. Перебежали. По 160. Не, нормально. Скажешь, когда? Двадцать, алло. Метеор перебежали. Метеор, метеор. Скажешь, когда лезвие пройдет? Захожу. Давай.
Миликов мало. Перекинуться? Не надо, не надо, я буду. Метеор. Уже можно перебегать. Побежали, побежали. А. Сначала метка должна появиться. Он может кинуть его в середину. Я вижу. Свет, стоп. Метеор на мне? На мне. На танке. Бегите от этого. Свет, стоп, свет, стоп. Перебежали. Ой-ой-ой. Что это произошло? Заберите танк. Поверните танка или мы упали. Ну нет еще даже. Ну это все пиздец, да. Я рыдайте. Почему умер? Да-да-да, я отдал все сейвы. У меня ничего не было. Все выходим? Бля, портал пропал. Портал. Два ляма. Не, там не прохил был. Я, понимаешь, я видел луч, но как я его задел, я вот сам в шоке. На свету на перебежке почему-то упал танк. Ну типа, если пал не справляется, там не может хилить, он же может дать сакру бабу. Да, я была в свету, и здесь творился хаос. Мало того, что ДПС не стопали, так еще и лужи все подряд ловили. А еще метки не выносили. Что еще сказать? В смысле не выносили? Все выносили. Там просто важный разговор. НП5 по шаману дайте, пожалуйста. Интересно. МП5, спасибо большое. Я сам от себя не ожидал такой фигни.
начала эры разрушения. Небеса. Так я ж не против, я ж танчу. Тут вопрос в том, что просто... Я все отдал до этого. На вас. Жаль. Ой. Раз, два, три. Так же Геру дать? Лучше бы наконец оставить. Звездочёт, ты собираешься метку выносить? Алло. Доброе утро. Смотрите, какая луза. Смотрите. Звездочёт, выходи. Доброе утро. Метеор, пошли. Полный ДПС. Нет, стопните. Побежали в свет. Можете бежать. Пошли. Да, я мы. Перед лицом, господи. Да нет. Нет, повезло.
Можете бежать. Не мило. Серый, дай тотем, если есть. Да, да. Могу ману залить. Крест, вынеси лужу, блядь. Как босс. Мак, перебеги. Стоп, 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 стоп. Вы что, не смотрите? Свет, стоп. Свет, стоп полностью. Дайте сальву этому ханту. Он может залагал. Ахтюльс 4. Ой, зря ты на Будапешта. Ничего. Стопните, Свет, стопните. Ну неужели... А там же добивать уже был нужно. Разрой чешку, пожалуйста, я пойду. Боже, танка ступ. Собака. Для от радости в лужу зашел. Лесните, пожалуйста. Ну ладно. Ну что это такое? Сколько хилов? Да-да. О, там перерол не будет 2.88 выкинули. А покалы. Ой. А почему ты отдал Нерму чешку? Я с ролем. Можно вопрос? Но у меня два спека фуловы. Я на хила собираю давным-давно. А, да? Ну ладно, окей. Все, спасибо. Ну, типа, это ботинки похуже моих будут, правильно?